как все-таки странно, а порою даже необъяснимо, складываются человеческие судьбы. Бывает так, что пламенный революционер и активный борец за советскую власть погибает в советской же тюрьме, а ярый монархист и участник антисоветского подполья мирно доживает до 50-х годов 20 века и тихо умирает собственной смертью у себя дома. Вот такая невероятная судьба сложилась у нашего земляка, поэта Бориса Садовского. О ней метко написал исследователь его творчества Георгий Куликов. То, что тогдашняя власть не размолола его в своих репрессивных жерновах, можно сказать, счастливая случайность. Просто откатило зернышко. А можно сказать и по-другому. Такова о нем воля Божья. Дом, в котором родился поэт, сохранился в Ардатове до наших дней. Сейчас в нем расположился детский сад. Но, возможно, пройдет какое-то время, и на этом здании появится памятная табличка в честь Садовского. В 1909 году выходит его первый стихотворный сборник. Именно тогда Борис и познакомился с поэтами-символистами Белым и Соловьевым. И решил соригинальничать, изменил окончание своей фамилии с «ий» на «ой». Правда, в своем творчестве он ориентировался не на символистов, а на своего любимого Афанасия Фета. Одно время Садовской входил в круг приятелей Блока и довольно близких. Только имя Бориса мелькало в мемуарах о той поре не таким сплошным блеском, как имя Александра Блока. Однако тумана вокруг личности Садовского было гораздо больше, чем у других собратьев по Перу. И значительную часть этого тумана он сам и напустил. Вскоре отношения Садовского с мэтрами символизма окончательно испортились, и он занял отчетливую позицию вне групп. Тем не менее, он продолжал водить дружбу со своим земляком по Нижегородской гимназии, писателем и философом Василием Васильевичем Розановым. За чайным столом у Василия Васильевича дышала провинцией, уездным уютом. Казалось, сидишь не в Петербурге, а в Ардатове. Василий Васильевич очень любил меня. Однажды обнял и с нежностью сказал: «Какой тоненький, настоящий поэт». Но блестящая литературная карьера Садовского омрачилась ужасным несчастьем, в значительной степени определившим всю его дальнейшую жизнь. Заразившись сифилисом, он начал старательно чрезмерно лечиться, а эта болезнь в то время уже излечивалась. В своем стремлении стать здоровым Садовской до того стал перестраховываться и принимать лекарства в таких больших количествах, что это привело к передозировке, от которой наступило общее отравление организма препаратами ртути. А это, в свою очередь, повлияло на спинной мозг, сказалось на руках и ногах, у него начались местные параличи конечностей. В своих записках он потом вспоминал: «Страх и уныние владели мной. В уши громко кричала неизбежность: ты должен умереть. Смотри, как пустая бесцельная жизнь. Мне стало казаться, что я схожу с ума». А осенью 1916 года Бориса поразила спинная сухотка, которая окончательно приковала его к постели и креслу до конца своих дней. Так, в 35 лет жизнь поэта переломилась надвое. Хорошо, что ему посчастливилось избежать слепоты, глухоты и безумия, которые аналогичным образом постигли великих – Гейне, Мопассана, Верлена, Ницше, Гогена, Языкова. Более того, ему удалось сохранить ясность ума и творческую работоспособность до старости. А почти одновременно с параличом совпала революция 17-го года, которая была для него вторым ударом. Для идейного монархиста и романтика дворянства Садовского эта революция воспринималась не иначе, как апокалиптический коллапс. Он потерял смысл жизни и дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Кстати, еще в 1912 году Блок посвятил Садовскому стихотворение «Шар раскаленный золотой». В нем несчастного Садовского не могла не тронуть концовка, которую он частенько вспоминал: «Ужасней дня, страшнее ночи, сияние небытия». С помощью родных и друзей Садовской перебирается в Нижний Новгород под родительский кров. Там он и переживает падение самодержавия. В общем, все постигшие его физические и эмоциональные мучения для него стали, как он потом считал, некой расплатой за демонизм, столь распространенный в богемной среде Серебряного века. На кого уповать? Он нашел опору для своей жизни в православии. В 1921 году он знакомится с викарным епископом Нижегородской епархии Варнавой Беляевым,
который стал его исповедовать и помог ему воцерковиться. Так Садовской встал на путь от Фета до Филарета и возвратился в творчество. Из родительского дома Борис вместе со своей второй женой перебирается в Москву, где обретает пристанище в подвальном закутке Успенской церкви Новодевичьего монастыря. Здесь, в тиши кладбища, он будет доживать свой век и надумает то, что взлеты Серебряного века надобно теперь воспринимать не иначе, как духовную прелесть. Так и косит наших. Ужасен конец символистов нашего поколения. Да, медитации до добра не доводят. Белый умер от склероза мозга. В 1925 году распространились слухи о его кончине, да так, что писатель Ходасевич опубликовал некролог Садовскому. Тем не менее, несмотря на забвение, произведение, написанное Борисом Александровичем в период с 20 по 40 годы, являлись вершиной его творчества. А его каморка стала местом тайной вечери для некоторых деятелей культуры, горячо обсуждав их судьбу очередного находящегося в опасности товарища и строящих планы его спасения. И как ни парадоксально, но позже Садовской стал известен как автор литературных мистификаций, которые удачно преподносил официальной советской печати. К примеру, сочиненные им пародийные стихотворения выдавал то за текст Блока, то за текст Есенина, и эти стихи некоторое время даже печатались в сборниках обоих поэтов. А потом его хоронили во второй раз, в 1946 году. Вероятной причиной этой путаницы стал еще один его выверт, который покрыт тайным мраком до сих пор. Говорят, что именно тайные встречи в каморке заставили контрразведчиков обратить на поэта пристальное внимание. Дело в том, что началом Второй мировой войны Садовской якобы вступил в тайную монархическую организацию «Престол», члены которой надеялись на смену власти с приходом немцев в Москву. Однако создание организации было под полным контролем НКВД. Это была виртуозно спланированная и многоходовая, как шахматная комбинация, работа наших чекистов с целью использования ее в масштабной разведывательной операции. Создал и курировал фальшивую приманку, тоже своеобразную мистификацию, аналогичную той, что позже была великолепно представлена в советском телефильме «Операция Трест», сам Павел Судоплатов. Приведем строки из секретной справки первого управления НКВД СССР на фигуранта «Поэт». Его жена Садовская в девичестве Воскобойникова Надежда Ивановна. Из дворян была фрейлиной императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, вплоть до ареста последней. Была близка с Вырубовой, главной фрейлиной императрицы, и в дружбе с Григорием Распутиным, которого она почитала святым пророком, предсказавшим свою и общую погибель. А вот агентурное донесение Старого. Садовской ранее получал обеды из столовой Союза писателей, которыми делился с приживалками-монашками. Когда Садовской перестал получать обеды, монашки ушли. Вот тогда, когда все посторонние ушли, летом 41 года Судоплатов и начал операцию, замысел которой заключался в том, чтобы до немецкого разведцентра донести информацию о якобы существующей в Москве антисоветской религиозно-монархической организации. Необходимо было заставить немецкую разведку поверить в нее как в реальную силу, в пятую колонну в советском тылу. И именно через эту организацию проникнуть в разведсеть гитлеровцев в Советском Союзе. И знаете, получилось, поскольку в январе 1942 года тогда был составлен второй план этой операции, который утвердил лично Берия. Не исключено, что Садовской работал подсадной уткой, либо вслепую, либо осознанно. Он же привык к мистификациям. Но подробные детали той операции, как я уже говорил, до сих пор не разглашаются. Так не потому ли тогда Садовскому чудом удалось избежать репрессий, и он остался на свободе? Загадка? Безусловно. Ведь даже являясь убежденным монархистом, он оставался истинно русским поэтом и человеком. Однако вскоре его постиг очередной удар. Умерла жена, любящее сердце, верный друг и помощник. Сам же он тихо почил через 10 лет, 5 марта 1952 года. Уже по-настоящему. Похоронен рядом с женой на том самом монастырском кладбище, вблизи которого жил свои последние годы. Нам достоверно известно, что Василий Васильевич Розанов, друг Садовского, посещал наш Саров. А вот наш герой вряд ли. Правда, предок его, протоиерей Василий Садовский,
был очень близким человеком самому Серафиму Саровскому. Именно ему, отцу Василию, преподобный доверил опекать дивеевских сестер. И он их духовно наставлял почти 60 лет. Вы подумайте, 60 лет, а это говорит об очень многом. Кроме того, друг Садовского, князь Звенигородский, не раз зазывал его. «Тебе надо быть в Сарове и в Дивееве. Нельзя же умереть, не побывав у наших святынь. Весь твой дух обновится и возродится там». И еще один занимательный, если не удивительный момент. В своей очень странной повести «Кровавая звезда» Садовской не просто упоминает Саров, но и выдвигает версию о том, что Пушкин побывал-таки в Серафимовой обители. К вечеру Пушкин задремал и очнулся ночью. Красноватые отблески свечи тускло бродили по книжным полкам, и Александру Сергеевичу пришло на память, как в Сарове он проездом долго искал старца и не мог отыскать. Так и уехал Александр Сергеевич. Ямской колокольчик дребезжит назойливо. Белый песок, вековые сосны, гудение слепней. Но сегодня мы вряд ли сможем достоверно отследить все пути в туманной судьбе такого мистификатора, как Садовской. А в завершение я скажу. Не надо с пренебрежением относиться к ближайшей округе. Ведь вот здесь, при Сарове, рождались, жили и творили большие таланты. И мы еще вернемся в Ордатов, этот поистине живой источник для исторических очерков.